Друзья, всем привет! Привет, дорогие любители хоккея! Мы находимся в парке Легенд, и здесь бесконечно много людей. Холлы переполнены. Люди все идут и идут. Вы не поверите, но мы даже минут 5 стояли в очереди на лифт, чтобы просто подняться сюда и выйти на арену. Я даже не представляю, что будет на льду. Мне кажется, что этот матч мы запомним надолго. Спартак. Спартак победит сегодня? По-другому быть не может. Ой, какой ты сегодня нарядный, у тебя все атрибуты есть. Ты настоящий, можно сказать, показательный болельщик. Смотри, вон твои соперники даже все по стеночке встали в ряд. Испугались, наверное. Испугались. Испугались? Это друзья твои? Да. А почему же у тебя друзья-то сине-белые? Я не поняла. За Динамо болеет. Слушай, а каково это дружить с динамовцами, а? Не знаю. Не деретесь? То есть деретесь все-таки с Глебом, да? Да. Из-за того, что он спартаковец, а ты динамовец? Нет. Мы братья, да. А, вот так. Вы братья? Да. Родные? Да. Вот так бывает, друзья. Спартак, Спартак, Спартак. Спартак сегодня победит. Я вижу Спартак в плей-оффе. Ой, что сегодня будет? Если бы вы слышали, как орут трибуны, если бы вы чувствовали это напряжение, которое по всему дворцу распространилось. Наши игроки уже вышли на лед, они тоже очень волнуются, и мы очень верим в нашу команду. Вперед, Спартак! И свинку. И я теперь настоящий показательный болельщик. Хороший. Арена ВТБ будет ареной Спартак однозначно. Это будет наш дом, куда мы будем ходить. Ну давайте вместе. Давайте. Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Мне кажется, сегодня кое-кто останется без голоса. Я это проходила. Почему ты, Артем, не на работе? Слушай, я вот только приехал, честно, опоздал. На сколько получается? Ну, на полпериода, да, прошу прощения, но... Артем Багратов опоздал на матч. Прекрасно выглядите, как обычно. Вот и сейчас надо будет тихо. Сейчас. И? Сломаю. Все, будем забивать, да, сейчас. Ну, да, все, не отвлекай, идите там свои умные вещи говорите. Ладно, все. Попробуй. Да. Ну что, как наши? Как вообще, как эксперт, скажи мне? Здорово, все, нормально. Без баллов тащит вообще класс. Сейчас тащат они им, да? Да. Им все ворота раздербанят, да? Да?